Ребята, я вас приветствую на новом ролике. У микрофона, как всегда, Бог, и мы сегодня на GG-дропе. У меня есть 2266 рублей и 11 копеечек. Я здесь для того, чтобы, пацаны, подняться. И цель нашего сегодняшнего ролика будет поднять 10 тысяч рублей. И для того, чтобы нам сделать это, нужно изрядно попотеть. Ну и, конечно же, мотивацией досмотреть этот ролик до конца, ребята, будет у нас конкурс, в котором я буду разыгрывать 210 рублей на ваш Киви-кошелек. И для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно выполнить всего лишь одно условие – написать 1311 комментариев. И уже завтра в моей группе ВКонтакте в прямом эфире и я подведу итоги. Ну а теперь, ребята, не будем вас долго задерживать, давайте начинать. 2200 рублей, если говорить округленно, ребята, это сайт GGDrop. После небольшого перерыва я снова залетел сюда для того, чтобы проверить шансы и подкрывать для вас кейсы. Давайте наберем 1000 лайков, и я сразу же сниму новый ролик по этому замечательному проекту. Рандом кейс, в принципе, при пополнении 200 рублей нам дается какой-то бонус, и 2200 рублей нам нужно для того, чтобы подкрывать что-то интересное. Давайте попробуем. Тут также есть ивенты, есть неплохая тема такая. И на сайте сейчас 3117 онлайна, что является рекордным количеством среди других сайтов, по-моему. Поэтому я думаю, что мы с вами сегодня обязательно на этой теме должны окупиться. У меня небольшой баланс, но я решаюсь рисковать, потому что только так, мне кажется, на джиджи-дропе можно победить. И, конечно же, сейчас будем смотреть, насколько это правда. 1400... Ну, мы в минусе, да? У нас 1200 рублей. Я специально, ребята, не стал много закидывать для того, чтобы снять для вас такой, ну, скажем так, уравновешенный видеоролик, где присутствуют все фрагменты радости и печали, да? Потому что если мы постоянно закидываем большой баланс и хоть как-то окупаемся здесь, конечно, все может обстоять гораздо, ну, иначе. Так, ну, можно 4 раза открыть, позволить себе. Ребята, поставьте все равно лайк, потому что закидываю реальные деньги, где-то их надо найти, как-то их надо заработать, поэтому терять их все равно сложно, тем не менее, несмотря на то, что сумма все же не супер огромная относительно моих других роликов, терять ее, конечно же, все равно неприятно. Мы увеличиваем кейс, радужный кейс, мне нравится его дизайн, я решаюсь его открывать побольше. И водичку пить, конечно же, не забываю. Так, ну, MP5 фосфор, неплохо. Все остальное, конечно, наверное, ну, такое себе. Кстати, все равно купаемся, это тоже неплохо. 745 рублей, очередной раз я специально открываю медленно, ребята, чтобы быстро не слить баланс, как вы понимаете. Обычно я выбираю более агрессивную тактику, но сегодня на джиджи-дропе я хочу немножко поностальгировать, открывать медленно и открывать более-менее такие дешевенькие кейсы. Но не всегда, можно сделать и вот так. Если причем дает, мы можем с вами по-быстрому как-то это все дело камбэкнуть. Прямо сейчас открываем 10 радужных кейсов, и в случае неудачи, конечно же, отсюда уходим. Но, тем не менее, 1500 у нас как минимум будет, и это уже неплохо, хотя бы можно жить. Да, даже больше, я думаю, у нас будет. Сколько здесь? 1800, это хорошо. Еще раз. 1900, отлично, смотрите, уже 3000. Ну, это уже уверенный такой равномерный видеоролик, мне это нравится. Ага, здесь небольшая просядка, но это, в принципе, не страшно. Сразу же камбэкнуло следующее открытие. И я думаю, на это можно уйти. 3200, ребята, мы с вами сделали. Давайте попробуем открыть мистери кейсы. Те самые, на которые я часто бомблю на этом сайте. Но куда деваться, ведь они кое-как иногда все равно показывают какой-то плюс, да? 640 рублей сделали. Раз. Угу. Ну, нормально. Опять же, плюс, кстати, 10 рублей, условно говоря. Так, 500. Угу. Давай дальше. Ну, раз он более-менее выдает, мы его подкрываем. Хайп. Так, хайп, давайте откроем, что это за кейс. Сколько он? Он, по-моему, дорогой, да? 1100. Ага, неплохо. О, еще один. 5500, прикиньте. Хорошо, давайте его 3 раза откроем. И даже если мы сейчас не окупимся, у нас уже есть с вами 3700. Неплохая такая подушка. Это уже больше, чем мы депали. Напоминаю, что за бы депал я всего 2200. И цель сегодняшнего ролика — дойти с этих денежек до ножа. Я не знаю, ребята, удастся ли нам это сделать, сможем ли мы это воплотить в реальность, но я думаю, что не так это уж и сложно, если так поразмышлять. Уже было у нас 6 тысяч, и после того, как у нас на балансе будет 10 тысяч рублей, мы сразу же откроем нож и на этом закончим нашу серию. И я думаю, что у нас получится, ребята, честно говоря, потому что 6 тысяч уже есть. И сейчас кейс хайпа, который мне выпал с мистери коробочки, нас приведет к чему-то очень интересному, мне кажется. Так, опустошитель, динамика, динамика, зверь. Это 4800. Да, мы немножечко не окупились, но тем не менее 6500 у нас на балансе уже плотненько лежит. Откроем магический кейс, самый дорогой, который присутствует. Часто он мне не дает.
И я думаю, что пришло время доказать, что этот кейс иногда может, да? Магический. 1400, это сейчас будет next, да, последняя, вернее, last попытка, next, говорю. И 900 рублей. Говно полное, не открывайте мистер магические кейсы, они прям, ну, такое себе. Реально, ну вот, видите на моем опыте, сколько раз я его открываю, только в начале выдавал, я не знаю почему, такой плохой шанс на них. Даже вот какие-то рандомные кейсы окупают меня гораздо чаще и гораздо приятней, что ли, даже, ну, не могу выразиться иначе. Слушайте, ну, 5G кейс, поехали, я думаю, что что-то нам обязательно выпустит с него. И мы с вами с удовольствием окупимся. Но, кстати, меха на пушку вижу. Это, наверное, радиационная опасность, тоже неплохо. 5500, и у нас присутствует уже 6200 на балансе. Давай еще попробуем. Пока что время позволяет, и баланс тоже, для того, чтобы окупаться и выбивать что-то достаточно интересное. Ну-ка, поехали. Так, звездный крейсер вижу тоже, слушайте, ну, скины достаточно годные падают, и это можно видеть по ценникам, да? У нас очень все неплохо, ребята, и если вам нравится такой ролик, обязательно ставьте лайки ему. Я сейчас немножко подальше отодвинулся от микро, надеюсь, звук хуже сильно не стал, потому что немного спина затекла так сидеть. Ну и, о, вот и 10 тысяч подъехало, а вы боялись. Ребят, но вот согласитесь, что на этом, в принципе, ролик можно завершать. Давайте я вам расскажу про все виды халявы. Во-первых, у меня есть моя специальная ссылочка, по которой вы получите процент к подкрутке. Это реально уже проверено, то есть вы, в принципе, можете сами видеть это, да? И, конечно же, есть много видов халявы, как призы, как ежедневные ивенты, есть монетки за задания. В принципе, вы это все можете видеть, если вы зайдете на GG.ru. Ну, то есть вот такие бонусы разовые, да, вы, в принципе, можете получать, фармить. Единственное, что мне кажется, на мой взгляд, не хватает сайту, это режима рефералки. Было бы здорово, если бы они ее добавили. Вот, и пополните счет на 150 рублей и 150 для получения подарка. То есть в следующий раз, когда я пополню счет, у меня будет здесь доступен подарок. Из-за того, что у меня баланс лежит давно, сейчас у меня подарка нету, потому что обновление они сделали недавно. А баланс у меня прям давно уже лежит, и, соответственно... Слушайте, ну, я думаю, что время пришло, наш инвент, ножичек, неважно какой, мы в любом случае дошли до ножа просто с 2000 рублей, и здесь просто, ну, очень много дорогих, интересных скинов, которые вы видите, да, которые просто могут окупить нас, и которые могут нам выдать что-то гораздо интереснее, чем у нас сейчас просто на балансе, да, поэтому, ребята, прямо сейчас мы с вами, оп, и поехали. Боевое открытие ножа, спасибо всем тем, кто верил в этот ролик. Он без вашего участия бы не был. И мы сейчас забираем тычковые ножи, африканская сетка. Самый ужасный нож, который мог выпасть, он выпал. Но с 2000 рублей забрать его тоже довольно-таки годно. Спасибо вам за внимание. У микрофона был Бог. Подписывайтесь на мой канал. И удачи. Пока-пока.